Почему я сегодня согласилась выступить? Как это почему? Потому что я Ромку знаю вообще тысячи лет. Потому что я Ромку люблю. Я с Ромкой играла, пела. Потому что Рома великий совершенно мастер. И то, что он великий, мы это знали при его жизни. А теперь и подавно. Вообще, насколько это правильно, важно, что вот проходит сегодня день рождения Ромы этот фестиваль, и ну как вы считаете, насколько возможно, что вот это мероприятие, оно станет не только днем, посвященным Роме, но может иметь какой-то потенциал на свое развитие, да, то есть на какое-то музыкальное. Значит, год назад мы еще с моим мужем, с прекрасным пианистом Арменом Мирабовым ехали провожать Ромку в путь, который называется, конечно же, к отцу нашему, потому что мы свято верим, что он там, и только там, потому что он так ему служил в музыке, что он заслужил это место быть в объятиях отца своего, и я в это верю. Так получилось, что за этот год, почти 4 месяца назад, ушел и мой муж. И уже они там вместе играют. И там много наших друзей. Это большой, классный бенд, который играет как и на земле во имя Бога, так и сейчас напрямую отцу своему. Все слова абсурд. Почему я здесь? Почему нужен Гримфест? Почему вообще нужно все это? Потому что душа вечна, смерти нет. Есть музыка, есть любовь. Есть только, остается здесь, остается только наша боль разлуки. И вот чтобы как-то преодолеть и как-то уверить себя в том, о чем я говорю, чтобы уверить все-таки. Нам надо встретиться, обняться, поплакаться, поорать, я не знаю, поиграть. И тогда мы точно утверждаемся в этом и засыпаемся счастливыми дурацкими улыбками. Вот. И ждем, когда же мы встретимся. Всему свое время. И мы все встретимся. Как вы считаете, вот этот фестиваль, он может быть важен и нужен людям, которые вообще никогда не знали Рому? Ну, конечно, Рома великий музыкант. Рома большой музыкант. Рома гордость нашей сцены. Гордость. Фантастический совершенно музыкант. Фантастический. И как всякий серьезный музыкант, у него были серьезные претензии к этой жизни. Именно поэтому мало осталось там, я не знаю, не ютубных просто съемок там и так далее, а на носителей серьезных, там, альбома, еще какого-то. В общем, он всем помогал, со всеми был, а для себя он делал мало. Поэтому очень важно, конечно, очень важно любое упоминание, любое напоминание. Потому что это большой, великий, чудесный совершенно музыкант и человечище. Мой любимый Ромка Гринёв, наш любимый Рома. Рима, а как вы считаете, вот импровизационная музыка, да, которую писал Рома, насколько вот она в исполнении, скажем, Ромина музыка, в исполнении других музыкантов, насколько она живет так? Ну, конечно, она живет. Да. Конечно, и дай бог всем музыкантам играть произведения не только эвергрины известные, да, а друг друга. Те, кто живет, те, кто ушел, те, кто наши. Это очень важно. Очень важно играть музыку друг друга. И пока музыка звучит, эта душа живет. Она и так будет жить. Но, в общем, если мы не праздно словим,
все-таки хотим и делать то, о чем мы говорим, надо исполнять музыку. Надо исполнять. Она живет, живет автор. Спасибо. Спасибо большое.